Добрый вечер. Начинает нашу пресс-конференцию накануне открытия нового сезона. Массимо Каррера, главный тренер «Спартака», Артем Фетисов, как всегда, будет помогать нам в нашей работе. Пожалуйста, ваши вопросы. Добрый день. Добрый день. Мистер, расскажите, пожалуйста, во-первых, что случилось с Мадрианом? Он не тренировался в конце сезона, он не играл в последний матч сезона, и вы его не видели сегодня. Если шанс, что завтра появится? Purtroppo si è fatto male, ci ha fatto male, è scivolato sul campo bagnato in Austria, ha avuto un piccolo stiramentino, quindi sta lavorando a parte, solamente non lo rischiamo la prima partita perché sarebbe assurdo. К сожалению, в одном из матчей на сборах он подскользнулся, был дождь и потянул мышцу. Ну, завтра, конечно же, мы его не увидим. No, penso che già per il derby sia pronto. Sta lavorando a parte, ma sta facendo tutto. Он работает индивидуально, выполняет все разные упражнения и уже, я думаю, к дерби будет готов. Пожалуйста, еще вопрос. Если вопросов больше нет, то тогда спасибо. Есть вопрос? Конечно. Вы задавайте. Я просто не слышал. В продолжение по игрокам. Вы обещали, что в матче с Оренбургом будет такой состав, которого мы еще не видели. То и комиссия для информационных кварбургов, которые спокойно спектакль, которые информационные надо ему кровиться. Просто еще официальных матчей мы не играли, поэтому вы не видели подобных составов. Это была шутка. Каковы шансы завтра выйти с первого матча? У него есть хорошие шансы, я еще ничего не решил. Еще 2-3 сомнения на тему состава. Но у него хорошие шансы, как у всех остальных. Non c'è nessuno che è un posto fisso e ha la garanzia di essere. Ни у кого нет 100% места в стартовом составе. Titolare. Io ho la fortuna di avere 23 giocatori. К радости у меня 23 игрока и может играть каждый из них. После чемпионата мира, понятное дело, что у тех спортсменов, которые сыграли в составе сборной России, появились какие-то варианты продолжения карьеры. Был ли у вас какой-то разговор с Зобчинским или с Кутепом относительно того, что На данный момент они являются игроками Спартака и точка. Вы бы отпустили, если бы Но. Нет. А если бы они захотели? Это уже другая тема. Многое зависит от игрока в данном случае. Se le sue motivazioni sono per andare in un altro club e non rimanere allo Spartak, если мотивировано уйти в другой клуб и не остаться в Спартаке, никакой тренер ничего не может сделать с игроком, который хочет уйти. Не может ли, например, возникнуть проблема, потому что он будет играть живот, и когда он будет говорить получается, что один русский защитник все время нужен замену. А кто тебе это сказал? Я представляю. Тогда стань тренером. Тогда что? Все те, кто не играет, должны уйти. Это не так схема работает. Сезон длинный, много матчей. И я думаю, для всех игроков. Poi dipende sempre da, io dico sempre che la risposta io devo avere sul campo d'allenamento. Опять же, как я уже говорил, ответы я должен получать на тренировках. Dopo gioca chi merita. Потом играет тот, кто заслуживает. Еще вопрос, пожалуйста. Я хотел спросить, может быть, не в плане игры, а в плане ощущений. Сезон особенный, по плане, что начинается после чемпионата мира. Что-то это меняет, может быть, подготовки в плане ощущений именно для вас? Были сенсационные. Может, это так? Больше разделяешься после стадиона? Но. Non è cambiato niente. Нет, ничего не изменилось. È una preparazione come tutti gli altri anni. Мы готовились так же, как и
прошлого сезона. Я могу быть три игроки, которые до конца до ретира. Разница только в том, что три сборника не участвовали с нами на сборах. Вот и все. А про что случилось? Ну, я думаю, в этой ситуации находятся все другие команды. E penso che quello che hanno dimostrato i mondiali, sia i miei giocatori che gli altri della nazionale. Думаю, то, что мои игроки и другие игроки показали на чемпионате мира. Io sono orgoglioso di quello che ha fatto i miei giocatori. Я на самом деле горжусь то, что сделали мои игроки вместе со всей сборной. Quindi большая заслуга тренера, безусловно. Sono contento per loro. Я рад за них. Пожалуйста, еще вопрос. Максим, Денис Ушаков, команда выбрала капитана. Когда я вам задал вопрос про то, как будет проходить голосование, вы будете начать или же народ будет выбрать. Вот так вот я говорю, почему вы были выбрали. И сейчас или вы. Votazione del capitano dipende dalla squadra. Нет, выбор капитана зависит от команды. Я хотел поступить определенным методом. Но я считаю, что правильно, что команда выбирает капитана. Почему твой вопрос? Максим, значит ли, что завтра не будут игроки, которые были в сборной, не будут в заявке там, составе? Мы не посланы на сочинение. Ну, там же подготовка просто. И национальная. Нет, они будут. Sono abili, ecco, adesso vedremo chi può giocare, no? Они в форме, а там завтра я посмотрю, кто сможет играть, а кто нет.